В наш город наконец-то пришло тепло, и активизировались зареченские ласточки. Чтобы узнать, кто это такие или что это такое, отправляемся в детскую школу искусств. Проект «Зареченские ласточки» стартует здесь, 1 мая в 11:30. С большой любовью и теплотой мы приглашаем всех жителей нашего города замечательного вот сюда, на сцену импровизированную на крыльце детской школы искусств. Здесь будут выступать наши лучшие коллективы, и не только, кстати, наши. Площадок у нас будет не одна. Здесь будет центральная, но вообще их будет еще целая вереница. Вот если я повернусь налево, вот она, следующая площадка, где будут проходить интересные мастер-классы. Прошу. Хорошо. Фестиваль «Зареченские ласточки» – это огромное представление многих видов творчества. И поэтому на этой площадке будут представлены мастерские, выставки, на которых каждый желающий житель может раскрасить на бумаге пасхальное яичко или полюбоваться работами, которые будут представлены нашей батюшкой, отцом Александром. Был объявлен конкурс, в котором мог принять участие любой ребенок, сделать какую-то подделку, посвященную пасхальной теме. Также у нас будет еще выставка-продажа пасхальных куличей, где можно будет не только купить, но и попробовать. И все это будет происходить вот здесь. А теперь я хочу открыть еще небольшую тайну. Это далеко не самая последняя площадка. Нас еще впереди ждут несколько площадок. Пойдемте туда. Птички очень любят сидеть на деревьях, и, конечно, русская березка, она не могла оставить равнодушным нас, организаторов этого мероприятия. Возле этой необыкновенной красавицы русской березки у нас будет расположена фотозона. Здесь будут находиться предметы русского обихода, русский костюм, русские народные инструменты. И любой желающий может облачиться в этот костюм, примерить на себя, взять в руки музыкальный инструмент и сделать фотографию на память. Я думаю, что такое начинание как бы обязательно найдет отклик у наших горожан. А где я могу найти следующую площадку? Следующая площадка расположена прямо по курсу, напротив магазина «Универсам». Фольклорный ансамбль «Лесечка», старшая группа, будет работать на 1 мая на наших весенних ласточках вот на этой вот площадочке. Пожалуйста, приходите, уважаемые жители нашего города. Мы с вами будем петь и плясать, и кадрили будем плясать, в игры будем играть. То милости просим 1 мая к нам сюда на площадочку. Еще одну детскую площадку займут учащиеся циркового отделения. Они обещают нам много веселья и конкурсов. Кстати, вы еще не догадались, почему фестиваль называется «Зареченские ласточки»? Да потому что почти все клавишные инструменты, на которых играют учащиеся детской школы искусств, носят такое название. Друзья, присоединяйтесь к нашим ласточкам!